для нашего клуба и фонда большая честь поздравить наших маленьких друзей с самым светлым праздником, Днем Святого Николая. Я думаю, что все наши проблемы взрослых не должны ни в коей мере касаться детей, ведь они дети всего лишь один раз. Поэтому я хочу пожелать в этот замечательный праздник, чтобы у них все сложилось, чтобы они выросли успешными, здоровыми, счастливыми детьми. Это и есть будущее нашей страны.